Сегодня и в наш район пришел праздник. Елки пришли в Лимарин. В каждом районе они делают остановку. Есть такая регата на местных лодочках. И вот такие вот у нас тут, как это называется, ярмарки традиционной кухни. Вот, гуляем, наслаждаемся ароматом жареной курочки. Погодку мы выбрали, чтобы погулять. Дождик начинается. Пришли. Ой, автобус, похоже, едет. Пришли. Ой, все, дождь пошел. Надо прятаться срочно под крышу. Выбрали погодку, чтобы погулять по окрестностям Лимарина. И вот попали под дождь, стоим, пережидаем. Сейчас закончится, пойдем дальше гулять. Хотя, вероятнее всего, судя по тому, как затянуло небо, не закончится он сегодня. Ну, хотя бы не жарко. Такие все прям нарядные сегодня. Пришли. Вот. Мы стоим рядом с победителями. Пришли к Ромовому заводику. Здесь всегда у Ромовых заводов всегда очень красивая территория, парки обустроенные. И здесь вот мы тоже нашли очень такое красивое место. В сам Ромовый завод, наверное, не пойдем, просто дойдем, посмотрим вообще, как он там выглядит. Маленький, вообще неизвестный заводик на Мартинике. Ну, в общем, пришли посмотреть. Там у нас тростники, тростниковые поля. Здесь вот у нас парк, и там уже Ромовый завод. Сейчас вроде бы закончился дождь. Можно идти искать. Где? Ну, очень красиво. Какая красота. Вот такая вот подъездная дорога. Здесь и хозяин жил, вот здесь вот в доме. И там у него поля. В общем, здесь у них такая красота. И дальше уже сам Ромовый завод. Так что вот так вот люди на Мартинике живут. Смотрите, красиво как. И до моря недалеко. Всего 1,5 километра в гору. Вон он, завод, но мы не пойдем туда, наверное. Вон там завод, там разливают, я так понимаю, выгружают. Вот. Ну, в принципе, вот так вот это выглядит. О, бамбук. Вот буквы заросли. Красиво, как смотрите, действительно, что это? Плохо так себе организовали. А вот, наверное, старое здание завода. А может, какая-нибудь крепость была здесь, какая-нибудь принцесса жила. Гранд Понт. А, ну вот, это, наверное, его дом. Да, точно, это дом. Но, наверное, сюда не надо. Вот они. Рыбовладельческие плантаторы. Вот так вот жили, смотрите. И ничего, нормально. Правда, уже тут на территорию дома зашли немножко, но все равно интересно посмотреть. О, вон еще тростник растет. Вот видите, вон там вот такие вот поля. Вот это вот все вот туда вот, все тростник. И на входе тоже были тростниковые поля. On va jouer, tu vas chanter quoi? Un beat. On va continuer. On va continuer vos souvenirs. On va continuer vos souvenirs. Lâche. Mais chantez-moi nous. C'est ça, c'est vraiment vrai. On va continuer vos souvenirs. Alors, sans la musique. Petit, c'est que je t'ai mis en.
Attention, messieurs, dames, il faudra reculer. Recule, faut reculer, on va faire que c'est la garde. Je récupère le micro. Noël, tu as osé. Est-ce que tu veux le parapluie? Récupère des lots pour être charmante dame qui sera là. Donc tu as un ventilateur manuel. C'est un éventail. Et puis le sac aussi qui va avec. Bien. Les autres là toujours. Les chanteurs, ils vont pas chanter pour moi. Le dépôt. Il faut avoir ou pas danser ou pas chanter. A mon avis, je ne sais pas si tu feras mieux que le jeune garçon qui a chanté. Lance-toi, vas-y, bon, fais ça. Lance-toi. Attention! Как устанавливаются мачты на елок? Они у них съемные, они их устанавливают и фиксируют. On commence par toi. Vas-y, mets-toi là. Здесь есть такой магазин, говорит, вот, пожалуйста, можете погулять, вот, можете протестировать 6 бутылок рома, можно любой, можно натестироваться, и, в общем, такой вот дружелюбный здесь человек, вот магазин, можно что-то купить, так что такая вот здесь. Рассказывали, что можно вот здесь прекрасно посидеть.
Пойдем посмотрим. И по Питеру. Нет, попить сказали нельзя. Это все мое. Я просто представила себя владельцем этого заведения. Ну, как приятненько здесь походить, погулять. Такие вот есть. Офигеть вообще. Ой, это вот, это хозяин здесь, когда был, все время так сидел, такой смотрел. О, чьи это поля? Мои поля. Смотри, сколько тростника. Офигеть. Это вот он с этой стороны растет, и на подходе сюда тоже примерно, ну, наверное, таких же размеров эти поля. Все в тростнике. Да. Все вот ради рома выращивают это. Офигеть. Вот, смотрите, как выглядит ром на первой стадии. Трава травой. Сахарный тростник, да, это же называется? Сахарный тростник. И вся Мартиника, кстати, вот здесь, я не знаю, вот этот завод я первый раз слышу, но вообще здесь 9 авокадо вижу растет. Здесь 9 заводов. А, нет, это не авокадо, это какие-то апельсины. Наверное, на камеру не будет видно, но очень красиво. Очень аппетитно выглядит. Здесь 9 основных заводов, и вся Мартиника вот в таких вот полях тростниковых. Есть еще банановые, но, в общем, таких вот очень много. Очень красиво. Кто хочет свежую папайку? Вот она, пожалуйста. Блин, офигеть. Вообще листья очень на борщевик похожи, скажите, вот эти вот, смотрите, реально как борщевик, а растет такая вкуснятина. Ой, такие кругленькие, такие вкусные, ой, но это еще зеленые, к сожалению. Когда созревают, очень вкусно вообще. Ой, там даже душ есть. А там что, туда тоже можно что-то сходить? Мы, наверное, пойдем туда? Ой, там такой красивый бамбуковый, вот эти вот штуки. Бамбуковые заросли. Да, хорошо сегодня поливает. Вот это гранат. Мини-гранатики. Это без мер, весы. Весы? Да это коромысло. Это весы. Офигеть. Вот так вот бамбук взвешивали. Удивительно. Какой бамбук? Ну как какой? Не рабов же подвешивали на этот крюк. Здесь ромовая фабрика, значит, что взвешивали? Бамбук? Взвешивали бамбук? Может, тростник? Фу, тростник. Бамбуковый ром, ладно. Я хочу вон там бамбук сфотографировать. Более красивый звук вообще классный. Классно, да? Затопы! Затопы!
不要浪费了。好，结果放上来，请。Которые созревают в мае, а сейчас у нас июль, и вот смотрите, другой сорт, более поздний, созревает сейчас. То есть получается, что манго на острове по полгода один сорт, потом еще следующий, потом 2 месяца, наверное, перерыв, и потом опять новый сезон манго. Ну, в общем, то есть практически постоянно здесь есть свежий манго. Вот такая вот красота. Там у воды у нас, где мы стоим на якоре, там уже все манго сошли, то есть может быть там, не знаю, какой-то климат другой или еще что, но скорее всего разные сорта. Вот это очень, кстати, вкусный манго. Ой, хорошо, что мы выбрались погулять сегодня, и погода такая, кстати, то облачно, то дождик, и не так жарко, в принципе. Такие вот у нас тут красоты на Мартинике в пешей доступности. Вот мы стоим на якоре в Ле-Марине и вышли вот погулять. Добрались до такого парка, ромовый завод. Можно прийти, прям продегустировать здесь все, выбрать себе ром. Такой вот
красивый, и очень много коров там очень прям, они поражают. Вообще все есть. Манго есть, тростник есть, ром есть, мясо вон гуляет свежее. Засняли бегущих коров, называется. Я к ним подошла, они просто встали и все постояли, посмотрели и обратно пошли, представляете? Ой, у них маленькие телята. Это все коровы. Я думала, там быки у них. А вон, кстати, есть бык. Очень много коров. Все, пойдемте туда чуть-чуть, а то что-то мы их напугали, еще молоко, не дай бог, пропадет. Кстати, так много коров, и молока нет, да? Офигеть. Ну, молока, в смысле, на мартинике нет свежего молока. Как много, офигеть. Ладно, давайте посидим тут, подождем, когда они пройдут. Успокоимся, а то бедные. Коров испугали. Thank you.
Кстати, можно подегустировать. Мы не дегустировали. И так настроение хорошее. Смотрите, какая красота здесь. Как же здесь красиво. А? Прям можно каждый день сюда приходить и гулять. Вот, пойду гулять. Пойду. Это дорога к нашей якорной стоянке. Я пошла. Вот такие у нас здесь красоты. Заводик Браут, называется Браут. Честно говоря, мы ни разу этот ром не пробовали. Ну вот, на заводике, по крайней мере, побывали. Очень интересно, очень красиво. Вообще прям, мне очень понравилось. Вообще рекомендую, будете на Мартинике, обязательно посещайте вот такие вот ромовые заводы. Очень все здорово. Ну, давай, 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 давай,